Участник выставки «Анапа. Самое яркое солнце России» – фабрика плетеной мебели «Малака». Российская компания по производству мебели из ротанга. Бренд «Малака» не только производитель качественной и презентабельной мебели из эко-ротанга. Это теплый семейный бизнес с особыми ценностями. Каждый элемент мебели, которую мы создаем, рождался из вдохновения лучшими проектами Европы и Средиземноморья. Мы успешно сотрудничаем с отелями, ресторанами и другими представителями сегмента хорика, а также с индивидуальными заказами частных лиц. Благодаря мебели «Малака» некоторые сети ресторанов стали более узнаваемыми. Для изготовления мебели фабрика использует искусственный сертифицированный ротанг российского производства и качественный толстый алюминий для каркаса. На фабрике используют исключительно ручное плетение ротанга. Мы выбрали эко-ротанг, так как по его внешней презентабельности он ничуть не уступает, а даже превосходит натуральный ротанг. В первую очередь в сроки службы, то есть это более 10 лет. Также он очень устойчив к внешним воздействиям, к непогоде, к ветру, дождю, влажности. Стоит отметить, что фабрика «Малака» специализируется на производстве мебели под заказ по индивидуальному дизайну. Вам всегда помогут найти оптимальное решение по стоимости и производству.